картинной галерее открылась выставка «Магия синего». Неосюрреализм и фантастический реализм – направления, в которых пишет Татьяна Кузнецова. На открытии побывали и мы. Пусть порваны струны, танцует душа. Волшебные миры, сказки и мифические герои вдохновляют художницу. В фантастических образах таится страсть. Проявить ее Татьяне Кузнецовой помогают испанские танцы и музыка. Фламенко – это тоже такой глубокий танец. Он страсть проявляет внешне, а в моих картинах она где-то глубоко внутри. Потому что зрители, в общем-то, подолгу стоят у картин, рассматривают их подробно, что-то пытаются для себя узнать, увидеть. Особую роль в жизни и творчестве художницы играет синий цвет. Звездное небо и вода. Глядя на них, Татьяна Кузнецова создает пейзажи. Цвет надежды, верности, любви, ну, вдохновения, символ глубины и высоты. Самое красивое, на мой взгляд, это синего цвета все. На выставке представлены не только картины, но и украшения ручной работы. Посетить «Магию синего» можно бесплатно до 28 августа. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.